Но дело в том, что сейчас нам это очень хрупко. Его надо потом пропить. Программа, она в комплекте была? Ну, конечно. Просканировать этим устройством и наши работы, по-моему, мы занимались разработкой космической техники. Ну, после... Это устройство, оно работает по типу как струйный принтер, только оно наносит связующий материал, и на него уже напыляется порошок. Дальше он за счет связующего вещества склеивает каждый слой, и в конечном итоге мы получаем трехмерную модель.